У вас, в принципе, команда молодая, и три четверти вы выиграли. Что случилось в первой четверти, из-за которой, в принципе, вы и проиграли, по большому счету? Конечно, начинать игру с 4 забитых очков, и когда соперник забил больше 20, конечно, лучше сложновато. Я думаю, ребята психологически были немножко, видимо, не готовы, хотя мы настраивались, готовы и знали команду Тобольск, потому что уже на кубке с ними играли. Не знаю, что у нас не получилось в начале игры, а потом, конечно, сложно уже догонять и играть, это очень сложно. Ну, на завтра настраиваетесь? Да, конечно, то есть ребята появились, все равно смогли отыграть достаточно большое преимущество в очках, то есть нам чуть-чуть не хватило кроссовочки, но опять же не хватает опыта. Ну, удачи! Thank you.